О проблеме сообщил на сходе граждан центрального района местный житель. Приехал на встречу с главой курорта из своего села в Хостинском районе и рассказал об антисанитарии вблизи жилых домов. Это вопрос не терпит отлагательств. Ну, давайте. Я скажу вам почему. В 15 метрах от моего дома поставили свинарник, который там не просто 1-2 свинушки, а там промышленное производство. Нет, это 100% незаконно. Вы обращались к вам? Обращался в сельский совет. Глава города потребовал сразу же отправить в краевско-греческую комиссию. Вы напишите соответствующее заявление, но не в администрацию, потому что в администрации таких полномочий нет. А у прокурора такие полномочия есть. Поэтому в 9 часов утра я вас жду. Разводить свиней в личных подсобных хозяйствах запрещено в Краснодарском крае в избежание распространения африканской чумы. Контакт домашних свиней с дикими кабанами приводит к распространению опасного заболевания. Да и обеспечить нужный уровень профилактики возможно только в крупных хозяйствах или фермах. И, конечно, ни в коем случае нам нельзя допустить, чтобы в Сочи у нас была африканская чума. Мы сейчас с ветеринарной инспекцией, с инспекцией земельной определили, что это все сделано на муниципальной территории. Ну и сейчас собственники этих свиней и этих складов разбирают. Комиссия, которая побывала на месте, убедилась, загон обустроен не на собственном участке земли. Такой незаконный бизнес теперь приведет к ответу. Россельхознадзор уже составил протокол и начал проверку данного инцидента. Штраф за содержание одной свиньи от 2 до 3 тысяч рублей плюс утилизация животных. К слову, наказывают в Сочи и за выгул крупного рогатого скота. В этом случае за каждую буренку хозяину придется раскошелиться на 3 тысячи рублей. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.